Поздравляем вас за участие в нашей акции «Лето с Фармленд». Вы выиграли самый главный приз – наш большой телевизор. Ижевчанку Альфию Хазиахметову фармацевты уже знают в лицо. Она постоянный покупатель аптеки «Фармленд». Заглянув сюда в очередной раз за лекарствами маме, оказалась первым счастливчиком, кому достался суперприз. Случайно пришла уже поздно, перед закрытием, совершила покупку на 1000 с лишним рублей, мне вручили купон и неожиданно выиграла телевизор. Выиграть такой же большой телевизор, а еще получить подарочные сертификаты и много других полезных призов может каждый, кто совершит покупку в аптеках «Фармленд» на сумму свыше 555 рублей. Особенно радует покупателей, что каждый купон выигрышный. Поймать удачу в акции «Лето с «Фармленд» можно до конца августа. Сейчас в Ижевске работают 12 аптек «Фармленд». Многие покупатели уже оценили ассортимент, качество обслуживания, доступные цены, а также постоянные акции и скидки. Скидки есть двух видов. Социальные для пенсионеров, скидка до 15%. И простые для простых граждан, скидки накопительные от 6 до 10%. Также существуют каталоги выгодных покупок. Это временное снижение цен на какие-то препараты, стоп-цены, то есть зафиксированная низкая цена. Кроме того, на клубные карты начисляются бонусы, которыми можно оплачивать до 50% суммы покупки. Помимо широкого ассортимента лекарственных средств, в аптеках «Фармленд» есть медицинская техника, активная косметика, ортопедические товары, товары для детей, диетическое питание. А недавно открылась новая аптека «Фармленд» на Ленина 5. Торопитесь, шанс выиграть еще 3 больших телевизора есть у каждого.